История отдела северной филологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук началась с далекого 1969 года. За это время появилась целая плеяда известных ученых-североведов. Одна из них – Галина Ивановна Варламова-Каптуке, доктор филологических наук, внесла большой вклад в исследование и изучение языка и фольклора эвенков. Она стала основателем династии ученых-исследователей в отделе северной филологии. Ее дело продолжил сын Александр Николаевич Варламов, тоже доктор филологических наук. Мы продолжаем заниматься тем же, чем занимались наши предшественники. Галина Ивановна, Анна Николаевна. То есть мы исследуем вопросы эвенкийского языка и фольклора, прежде всего. У нас есть специалисты, которые сейчас уделяют внимание такому новому направлению, как вербализация языка, культурных традиций. Собственно, наш общий проект так и называется «Вербальные традиции в языке и фольклоре народов Севера». И есть у нас работы, которые посвящены мировоззрению, но через картину мира. Это совершенно новое направление в североведении, достаточно интересное. Ну а мы с моими коллегами занимаемся исследованиями фольклора. Несмотря на то, в чем вы можете убедиться, на то, что наши предшественники, уважаемая Галина Ивановна, Анна Николаевна, еще ранее Глафира Макарьевна, достаточно подробно работали и переработали эвенкийский фольклор, издав вот множество трудов. Вот, например, могу сказать, что в 1991 году вышло вот это прекрасное издание, подготовленное Анной Николаевной, которое продемонстрировало научной общественности и миру богатство эпических традиций эвенков. Мы продолжаем их работу, занимаясь исследованием локальных теперь уже традиций. Вот, например, это еще в 2004 году мы с Галиной Ивановной подготовили этот сборник, который повествует об эпических традициях восточных эвенков. Южной Якутии, Хабаровского края, Сахалина и так далее. В основном тут собраны эпические тексты. Вот совсем недавно мы с коллегами подготовили вот такой хороший труд. Он посвящен традициям алданских эвенков. Известно, что у алданских эвенков очень богатые эпические традиции. Имена Николая Гермогеновича, Егора Гермогеновича Трофимовых известны и эвенкам, и научным специалистам, и тем людям, которые увлекаются исследованиями эпоса разных народов. Вот в таком виде красивом издание было подготовлено к эсеху Олонхо, который происходил в Алдане, в Алданском районе. Что вошло вообще в этот том? Ну, в этот том, так, во-первых, должным образом подано сказание об Иркисмонде, потому что Анна Николаевна, когда издавала, оно было издано построчно. А эпос, как известно, это все-таки поэзия, он должен представлен быть по строкам, чтобы было удобно его читать, чтобы было удобно воспринимать. И людям очень удобно, когда идет рядом параллельно сразу текст оригинала и перевод, чтобы понимать смысл, чтобы можно было практиковать в исследовании языка, изучении. Потом сюда же добавлено сказание о Нюмурмок. Нюмурмок – это у нас шестикосая героиня наша, прародительница нашего героя, которая воспитывает. И вообще в образе Нюмурмок представляется дух-хозяин тайги. То есть это наш первопредок природа, воплощенный в образ человека. Ну и здесь, да, и здесь локальные еще тексты локального фольклора алданских эвенков, других жанров. Вообще мы хотели бы, конечно, чтобы эпическое слово эвенков было представлено как минимум вот именно в таком виде. Удобном, достойном. В 2021 году
мы с коллегами уже завершили работу и издали вот такой хороший сборник. Он посвящен фольклору алёкминских ивенков. Известно, что на Алёкме живут представители родов так называемой Витимо-Алёкминской группы. И там сходятся традиции разных ивенков – забайкальских, амурских, якутских. Поэтому фольклор очень разнообразный и по жанрам, и по содержанию, и по тематике. Тут есть тексты эпоса о Чинанае. Чинанае – это как раз наш первопредок в мужском обличии, самый первый человек на земле, как и его братья. От него происходит не то, что конкретный ивенк, но и человек вообще. Потому что, когда я занимался темой историзма фольклора, то проступают черты до человека формации до Homo sapiens. Возможно, неандертальца. Но он выступает и демиургом, потому что учреждает традиции, формирует облик окружающего мира, животных. И по своим качествам, по своему внешнему облику он как раз напоминает человека еще доисторической какой-то далекой эпохи. У алёкминских ивенков есть предание, очень богат жанр преданий. Там повествуется об эпохе Средневековья, межродовых войнах, прибытии первых русских, взаимоотношению с якутами, с другими племенами, топонимические предания. В общем, фольклор очень разнообразный. Рекомендую его ивенкам почитать и познакомиться. Так. Фольклор, как известно, это явление очень широкое. Это не просто, как вот в обывательском сознании, это сказка, там, текст, какое-то развлечение. Вовсе нет. Вот в рамках ивенкийской культуры фольклор – это очень такое явление функциональное. Оно сближено с нашей жизнью, даже с современной. Фольклор, потому что в себя включает не только повествование, но и действие. Действие в виде обрядов, ритуалов, текстов именно такого фольклора. И вот Галина Ивановна с Юрием Ильичем Шейкиным в 2014 году издали вот такую прекрасную книгу, сборник обрядовой поэзии «Песни ивенков». В этой книге собраны тексты обрядового фольклора, куда относится у нас мифология, всевозможные виды запевов, благопожелания, камлания и многое другое. В общем, для современного ивенка это должно стать энциклопедией, что наши сородичи, которые занимаются развитием, сохранением этнической культуры, традиций своих предков, уже поняли и успешно воплощают это в рамках деятельности творческих коллективов, индивидуальных исполнителей, сценических постановок, чему мы очень рады, потому что фольклор, он всегда явление достаточно гибкое. Если обращаться с ним бережно, умело, то он будет служить нам и в эпоху глобализации. Книга очень востребована, но тираж ее был чрезвычайно небольшой, 300, она, не успев покинуть пределы транспортной компании, сразу стала раритетом. И в таких случаях ивенкам очень помогают новые технологии. Мы очень благодарны таким людям, как Рустам Юсупов, Николай Апросимов, которые успешно используют новые технологии для целей развития и сохранения культуры. У ивенков богатейшая электронная библиотека, в которой, кроме этой книги, есть почти все основные труды наших исследователей и научно-популярная литература, художественная литература. На мой взгляд, это одна из самых крупнейших и популярных этнических библиотек в мире вообще. Мы живем в век информатизации. Очень отрадно, что в далеких селениях, где живут наши сородичи, проводится современная мобильная связь, интернет достаточно высокой скорости, и поэтому люди пользуются очень эффективно, и от школьников и до научных сотрудников.
Новейшая работа Александра Николаевича Варламова «Сонинги долин Буга. Этногенез и этническая история ивенков». История ивенков и тунгусо-маньчжурских народов вообще длительное время является научной проблемой дискуссионного характера. То есть в общих чертах гипотезы о происхождении тунгусов существуют. Например, достаточно стройную и замечательную работу, гипотезу выдвинула Глафира Макарина Василевич, которая обоснованно представила теорию о том, что тунгусы, ивенки, ивены и родственные народы сформировались в позднем каменном веке, преимущественно на территории Прибайкалья. Ну, существуют разные, конечно, гипотезы. По Бичурину, например, одному из первых вообще исследователей этой темы, не только ивенков, но и вообще народов Сибири, Дальнего Востока, тунгусы происходят на юге. Академик Деревянко придерживается такого же мнения. А Алексей Павлович Окладников был сторонником теории Василевича, не наоборот. Поэтому эта проблема длительное время оставалась нерешенной, по большому счету. Если говорить, как я лично пришел к этому вопросу, то опять-таки через фольклор. Когда я начал заниматься фольклором, после защиты кандидатской, для меня пришло такое решение заняться вопросами историзма фольклора на примере ивенкийского народа. Дело в том, что, как я уже говорил в начале нашей беседы, ивенкийский фольклор очень функциональный. Он не носит развлекательную функцию, хотя она в какой-то мере есть, конечно. Наш фольклор, он более направлен на то, чтобы быть таким фондом хранения и способом передачи информации разного характера, касающей традиций, культуры и в том числе истории. В ивенкийском фольклоре по законам разных жанров наше историческое прошлое представляется вот в виде от повествования до степени художественной. Это если мы говорим об эпосе. Да, действительно, эпос – это, как говорил Жермунский, живое прошлое народа в масштабе героической цивилизации. Ой, в масштабе героической идеализации, с чем я абсолютно согласен. Потому что в нашем эпосе говорится и о том, как происходило формирование ивенков, как изобретался первый лук сложного типа, что это происходило именно в Прибайкалье отчасти у восточных групп, что это было связано с бронзовым веком, потому что, вот, ну, я простой один пример приведу, в зачине сказания говорится, что наши предки, наш предок, одинокий герой, живет в утене, оседлом, форме жилища, формой клюва, аменюгняки, это значит, это гусь, но не тот обычный гусь дикий, а именно аменюгняки с большим клювом. И когда поставленным, вот причем на основание, и когда посмотришь на этот клюв, вырисовывается именно не чум, а такое вот чора. То есть жилище, утен у нас называется, это жилище оседлого типа. Когда еще наши предки, говорится, не были ивенками, когда они еще оседло жили. Вот это повествование всегда начинается с этого. Потом, через какое-то время, наш предок изобретает лук, но перед этим он охотится на птиц, изобретает петли, делает самострел первый, потом только лук простой, потом лук сложный, роговой, с роговыми накладками. Потом он изобретает оморочку берестяную, причем делает ее из медного кольца. То есть в эпосе все зашифровано для того, чтобы будущие поколения могли прочесть. В процессе исследования разных жанров фольклора я убедился в том, что действительно, как говорил Веселовский, как говорил Жермунский и многие другие основатели вообще теории историзма фольклора,
каждый из жанров ивенкийского фольклора глубоко историчен. И предание, и эпос, и тем более миф. Да, действительно миф. Вот, допустим, для многих людей миф – это в сознании ближе к сказке. А в действительности миф – это историческая действительность далекого прошлого. И в 2011 году я защитил докторскую диссертацию по теме специфика историзма в ивенкийском фольклоре. В процессе работы над этой диссертацией я собрал очень много материала именно исторического характера, который касается разных эпох, времени, формирования, развития тунгусо-маньчжурских народов. В общем, и ивенка в частности. И тогда мне пришла идея написать именно книгу по истории. Конечно, эта задача была очень сложная. И мне удалось, и, в общем-то, ее решить только спустя 10 или 12 лет. Ну, сразу после работы над докторской, или в процессе даже это происходило. И вот в 2022 году мы издали вот такую книгу, которая называется «Сонинги Дулинбуга». И в ней на основе исторических документов, на основе исследований разных научных дисциплин, это междисциплинарное исследование, на основе традиций ивенкийского народа и родственных народов, и, конечно же, фольклора, удалось выстроить такую последовательную гипотезу о развитии тунгусо-маньчжурских народов и ивенков в частности. Если кратко, то эта теория сводится к следующему. Когда наступила эпоха Голоцена, после ледникового периода это происходило, ну, возьмем рубеж где-то 10 тысяч лет, в основном называют геология и палеогеология, только тогда стал меняться облик Сибири. И наша Сибирь, некогда бывшая огромной ледниковой тундрой, стала постепенно превращаться в тайгу, в степь. Зона тундры отодвигалась к северу. И, естественно, всему населению, немногочисленному на тот момент сибирскому, пришлось подстраиваться под тот или иной ландшафт. Ивенки – это кровные дети горной тайги. Мы все почему кочевники? Потому что мы родились вместе с формированием облика Сибири. И первые давние наши предки, которые еще, конечно же, не назывались ивенками, а могут называться только прототунгусами, ну, это параллель серовская культура при Байкале, как наиболее изучена, это порядка 5-6 тысяч лет. Тогда уже наши предки были охотниками, кочевниками, причем главным объектом охоты у большинства групп являлся лось. Чуть позднее, где-то порядка 3,5-4,5 тысяч лет, это в археологии аналогия, ближайшая древним тунгусам, ивенкам, именно ивенам северным, это глазковская культура Прибайкалья, потом культуры, обнаруженные на Колыме, на Вилюе. В то время люди уже обладали комплексом материальной, ну, как принято говорить, этнографической культуры, которая позволяет называть их протоивенками или, по большому счету, северными тунгусами. В то время, естественно, ивены, ивенки, негидальцы и другие северные группы тунгусов не разделялись. Тогда был изобретен именно ивенкийский фрак, нагрудник, составная вообще одежда ивенкийская. Тогда был изобретена оморочка, лыжи, глиняный горшок. Ну и многое из того, что до сих пор сохраняется в культуре ивенков. Вот я недавно совершенно выяснил для себя, что такой элемент украшения ивенков, как бисер, это продукт мысли и труда наших предков, глазковцев. И параллельно изобретение бисера, вот именно такого, который производится из пасты, происходило в двух центрах. Это Египет и Прибайкалье, когда люди научились обрабатывать медь. И вот из этой меди стали делать проволоку. На основе этой технологии можно было делать большое количество бисера. Так, мы немного отвлеклись. Очень интересный факт. Да. Ну, если хотите точнее, то
Из естественного сырья пастового получается цвета белый и голубой. Именно тот, который присутствует на одежде всех северных тунгусов. Добавление в это сырье золы или охры позволяет получить красный и черный цвета бисера. Вот именно эти четыре цвета остаются на одежде почти всех групп ивенков, а в некоторых случаях неизменно, как это, допустим, у красноярских или оленёкских ивенков. Это только я вам рассказал про первую главу, которая называется «Илэте канин» – «Корень человека ивенка». Вторая глава посвящена формированию ивенков на Дальнем Востоке, ну и примыкающих к нему территориях. Она называется «Геван Бугаду», там, где восходит солнце, так же, как и ваша передача. И конец тысячелетия до нашей эры и начало тысячелетия нашей эры – это как раз время формирования южной группы тунгусов, тунгусских союзов и тунгусской государственности. Да, я не ошибаюсь, потому что доподлинно известно из документальных источников, что существовало как минимум три крупных государства, государств тунгусов, множество союзов. И мы говорим только о тех, в которых участвовали северные, потому что мы все-таки ивенки, ивены, салоны, арачоны, мы северная группа тунгусов. Далее начинается эпоха, плавно переходит раннего средневековья, в средневековье, когда в Сибирь проникают первые русские и расширяется влияние российского государства. Этот процесс, конечно, его нельзя назвать однозначно ни положительным, ни отрицательным, потому что это сложный очень процесс был. Изменились кардинально условия существования не только ивенков, ивенов, но и всех народов Сибири и вообще России, потому что пространство стало единое, законодательные нормы распространялись, тоже налогообложение. Его нельзя назвать, естественно, справедливым, но это исторический факт, мы должны писать обо всем правдиво, поэтому я считаю, что мне удалось именно написать правдиво. Мы поинтересовались, как же ивенки восприняли эту работу. Мы решили сделать презентацию этой книги во время Большого Суглана ивенков, который проводился с 29 июля по 1 августа на Байкале. И люди, естественно, восприняли это с воодушевлением. Почему? Потому что многие группы ивенков живут очень изолированно. До них не то, что конкретная книга, информация о существовании других групп ивенков, событиях каких-то в жизни народа, доходят не всегда и не в полной мере. У нас, могу точно сказать, есть до сих пор группы ивенков, которые думают, что кроме них, наверное, уже и не осталось сородичей. Действительно, это есть у нас. И поэтому люди очень были рады тому, что у нас есть своя история, она имеет богатейшие традиции, эпохальные события, изобилует героизмом, мужественностью наших предков. Многие поколения наших предков достойно прошли через тяжелейшие испытания, оставив для нас и генетику, и мораль, и ментальность, и многие культурные традиции, поэтому будущее у наших народов, вне сомнения, есть, ибо, как говорил Гегель, с чьим мнением я полностью согласен, дух всегда преобладает над материей, и если человек, как и народ, знает свою историю, чтит свои традиции, то он всегда сможет остаться представителем этого народа, и народ такой продолжит существование.